Ноябрьский вечер памяти талантливого русского поэта, композитора, исполнителя Владимира Волкова. 25 ноября ему бы исполнилось всего 53 года. Но, обращаясь к строке из его песни «Я за жизнь короткую свою», Владимир Волков успел много. 4 дочери, 2 сына, теперь уже 10 внуков и богатейшее творческое наследие. И теперь, по прошествии 6 лет после ухода Владимира из жизни, можно с уверенностью сказать, что его творчество покоряет теперь десятки и десятки тысяч людей, которые открывают его имя благодаря его музыкальным альбомам, концертам разных исполнителей, в которых звучат его песни, радиотелевизионным передачам, публикациям, изданным книгам, спектаклю «Матушка Русь» и, наконец, вот таким ежегодным вечерам памяти поэта. И на каждую годовщину у нас происходит новое событие. А в этом году сразу несколько событий, главное из которых – это открытие памятника Владимиру Волкову на погосте недалеко от Аносиного монастыря, где Владимир Волков провел последние месяцы своей жизни, где он покоен и где он перед кончиной своей успел посадить большой яблоневый сад. От имени всех близких его, от имени его друзей, от имени всех почитателей его творчества я хочу выразить огромную благодарность народной певице России Татьяне Петровой, инициатору создания памятника. Она сегодня будет для вас петь. Члену Союза художников России, скульптору Владимиру Соболеву. Владимир Николаевич, поднимитесь, если вы встанете. Ну и, конечно, руководству Культурного центра Вооруженных сил России, представляющему нам возможность уже в который раз проводить вечера памяти Владимира Волкова в этом прекрасном зале. В мае этого года на этой сцене прошел сольный концерт Татьяны Юрьевны Петровой с большим успехом. Концерт был полностью посвящен творчеству Владимира Волкова. Дорогие друзья, лично для меня этот год знаменателен тем, что ровно 10 лет назад меня судьба столкнула с удивительным поэтическим и музыкальным даром Владимира Волкова и открыла в моей творческой жизни новую страницу, которая, я так думаю, уже теперь не закроется никогда. И мы сегодня сделаем с вами небольшое путешествие в прошлые годы. Мы посмотрим и вспомним, как проходили вечера памяти Владимира Волкова после его ухода из жизни в этом зале. Последний вечер был в синодальном отделе, многие были на нем. Я думаю, тем, кто впервые сегодня столкнется с творчеством Владимира Волкова, многое для себя откроет. Кто уже постоянный его почитатель, вам тоже, наверное, будет интересно посмотреть и вспомнить,
Как это было? Год 2006, первая годовщина. Люди снимали для себя на память из любви к его творчеству. И тем более эти кадры сегодня бесценны. Это мысли, которые Господь дает вам на сегодня, ближе к людям.
награды. Я зачитаю эту грамоту. Понимание участия в просветительской и миссионерской деятельности и в связи с 45-летием со дня рождения поэта и композитора Владимира Григорьевича Волкова награждается медалью Русской Православной Церкви преподобного Сергия Радонежского первой степени Алексей, патриарх Московский и всея Руси. Thank you.
як творчество Володіна Володіна допомагало йому і його судьбі. В той момент, на той період, був президентом фонду Святого Сухого Апостола Андрія Первозваного і Центру національної слави Росії Олександр Владимирович Мельник. Я щастий, що
Бог розкрою, друзі, що Бог – це син моєго народу. І що на нема сході, не робити для самостійності, для роботи повності і не робити терроризму, засвітила звізда первої вечері. Це звізда Володимира Володимира. І недавно перша віча його пам'яті про повторення вооруженості Володимира Володимира був, є і буде формою Христом. Друзья, пришла минута встречать народную певицу России Татьяну. Дорогие братья и сестры, позвольте мне напомнить вам несколько песен Владимира Волкова. Друга и уникального человека, величайшего человека, который жил в том состоянии, когда человек поет для неба, для горнего, потому что та доброта, та любовь к людям, она была неиссякаемой в нем. И это такое искусство, его все меньше и меньше, но самое дорогое. Оно с виду неброское, но оно переворачивает саму суть жизни человека, который вслушивается и услышит его слова. Вот такой был Володя. И его песни до сих пор являются поддержкой, подспорьем в каждом дне жизни. Позвольте начать с песни, такой предновогодней, рождественской. Она называется «На окошке моем». Занимаюсь.
Батюшка.
дорогие друзья, наверное, когда вы заходили в зал, вас встречал новый портрет Владимира Волкова, который написан был буквально 2 дня назад закончена работа. Вот на сцене у нас традиционно стоит портрет народного художника России Дмитрия Белюкина. Этот портрет написан еще в первой годовщине, в 2006 году. А вот к 6-й годовщине появился новый портрет. Вы его видели у входа в зал. И написал этот портрет замечательный художник, сотрудник нашего центра, Павел Платонович Бойко, который является заслуженным деятелем искусств и вице-президентом художников-маринистов. Павел Платонович, спасибо вам огромное. Вот Павел Платонович. Он еще и капитан первого ранга. И теперь этот портрет займет достойное место в нашем культурном центре. Он здесь будет постоянно располагаться.